В Ульяновске завершился чемпионат и первенство города по морскому троеборью. Состязания прошли в 3 дня по 3 видам спорта – бегу, стрельбе и плаванию. Началось все «Фок-Спартак». Пловцы преодолели дистанции от 50 до 200 метров в зависимости от возрастной группы. Одна из участниц, Ольга Лыткова, занимается многоборьем 2,5 года. За это время неоднократно поднималась на пьедестал, стала мастером спорта. Несмотря на то, что турнир городской, настрой у спортсменки боевой. Вот недавно мы приехали с соревнований города Новороссийск. Там наша команда женская заняла 1-е место на Кубке России. Также были соревнования у нас в июне. Мы ездили в Ярославскую область, город Рыбинск. Там тоже наша команда завоевала 1-е место. Сейчас у нас проходит отбор на Кубок России по морскому троеборью. Вот, там ходят дисциплины какие, как бег, плавание и стрельба. Народу много. Жарко. Посмотрим, как получится. Всего в чемпионате приняло участие порядка 150 спортсменов в 6 возрастных группах 2004-2014 годов рождения. Результат спортсмена складывается из очков, полученных в каждом состязании. Лучшие отправятся представлять регион на Кубке России. Данный старт является отборочным на Кубок России и всероссийские соревнования, которые пройдут 2-5 декабря в Саратове. За последние десятилетия спортивные школы по многоборью воспитали немало достойных спортсменов. Каждый год на чемпионатах и первенствах России, а также на международных соревнованиях наши спортсмены занимают призовые места. Ну, по многоборью у нас является всего 5 тренеров. Это пока, думаю, на данный момент. Будем думать, будем разбираться с федерацией, как все развивать, как поддерживать и развивать такие виды спорта. По итогам турнира 10 лучших спортсменов будут отобраны в сборную Ульяновской области. Кубок России разыграет в Саратове 2-5 декабря. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.